Вон муравейник какой. Выше роста человеческого. Спят муравьи. Рябинка желтая вся, рябины нет. На и море неспокойное. Небо тяжелое. Смазано как-то получилось. Да, вот такая вот красота осенняя. Осеннее море, природа. Ну, там где-то, да, не видно, наверное, Дарвиновский заповедник. Острова. Привет, ребята. Я вновь в Южной тайге. Своей любимой, на своей любимой, одной из любимых охот, охоте на рябчика. Уже можно сказать, за середину осени, ну такая ближе к поздней осени. Это еще, конечно, не ноябрь, это конец октября. А погода вообще, все, сейчас с утра проснулся. Я проснулся где-то 6:30 утра. Иней, видно, что около нуля где-то. Сейчас 3 градуса, такой ветерок противный, холодный. Ну, плюс с моря еще, конечно, поддувает. Ну, небо такое. С утра солнце было вообще прям ясно-ясно. Потом все нагнало. Сейчас 9:30 уже, пока туда-сюда я собирался, там кофейку попил. В общем, вода тоже, вон, вода вообще отошла, как водосброс идет. Вот это все, песок. Да, собственно, я туда потом пойду, дальше пройду, на реку выйду. Сегодня рыбачить еще хотел. Не знаю, что мы сегодня с вами наохотим, потому что давление низкое. Ветер такой неприятный, лес молчит. Рябчики, наверное, тоже будут молчать. Я сейчас буду потихоньку как бы заглубляться туда, пока идет вот эта вот дорожка лесная. Ну и все, и будем пробовать. Ну, теоретически сегодня мы с вами мало что. Хотя, не знаю, сейчас они уже, по идее, должны пары формировать начать. Может быть, на самку как раз будет самое оно. Именно на этом месте в прошлом году мы с Олегом охотились. Олежку, привет тебе. Привет, дорогой. Если помнишь наши охоты, походы, приключения всякие. Вот. Да, вот сосны начались, ну, не знаю. Хотя вот там даже просветы какие-то есть. Сегодня обещали вообще какой-то прям ливень. Ветер там 13 метров. Шторм. Теоретически он вообще может сидеть где-то прям по опушке. На краю. Я не думаю, что они сейчас будут куда-то глубоко, куда-то заглубляться, поэтому я так иду неспешно, ребята, и уже, естественно, в сапогах, это уже зимние сапоги, руки уже так холодит, перчатки его взял, посмотрим. Интересное вот это место, прям они могут тут быть.
завал-то этот там, а где еще непонятно. Надо же по земле. Ё-моё. Это, ребята, вообще что-то с чем-то отсюда вот стрелял. Сами видели. По земле. Я так подозреваю. Причем странно. Один отвечал там. Вроде бы этот же или не этот. Я вообще думаю, может, это самка. Другой там, далеко-далеко. А этот вот прям спрыгнул как-то. Я увидел такое еле-еле короткое движение между этих елок. Конечно, сами видите, тут выстрел такой еще выверенный. Прям через все вот эти вот елки-палки. Это вообще. Подошел просто молча по земле. Ну, такое бывает. Вон он лежит. Дошел. Все. Ну, поэтому я и говорю, поэтому контейнер. Посмотрим, по-моему, все-таки это петушок, а не самка. Сейчас посмотрим. Да, это петушок, ребят. Причем молодой, видимо. Ну да, вот
на маховых перьях вот эти полосы, черточки, да, их довольно много. Молодой петушок, хотя такой уже зимний, шуба прям такая у него крупная. Но так вот по грудкам вроде не такой крупный трофей, хотя красивый. Ну, ребята, с полем. Это просто красота. Причем это, конечно, тяжелая охота в такую погоду. Точнее, в непогоду. Я задубил просто сидеть около часа. Я сидел, потом туда подходил, бросил рюкзак, решил с подхода попробовать. Ну, может быть, хоть как-то его сдернуть, там, может, стрельнуть. И потом вот нашел вот это бревнышко, присел, пару раз попищал. И вот оно, счастье. Тут вот противопожарный разрыв идет старый. Ну, ребят, не, это прям достойный трофей, я считаю. Я сейчас обратно пойду. Выйду на ту дорогу лесную, пойду к морю обратно. Вот, и там еще, может быть, на полянке кемперской присяду. А может быть, по дороге пойду еще что-нибудь напищу, хотя вряд ли. Они, конечно, сейчас совсем не активны в такую погоду. Шел по дороге лесной, вот наткнулся на чагу, черный березовый гриб, собрал маленько. На чай заваривать, я в термосе ее завариваю. Вот кому интересно, я материалы подробные о чаге уже снимал, для чего она, как ее правильно собрать, приготовить. В общем, кладезь полезных элементов различных. Очень подробно о ней я рассказывал. Материалы по ссылочке в описании под этим вот сюжетом про рябчика. И справа у вас где-то сейчас появится подсказка. Вот по ней перейдите, тоже попадете на эти материалы. Вот очень рекомендую. Вот такая штука. Ну что, ребят, путевку занес. Необходимые данные о добыче. Вот, что могу сказать касаемо этой охоты. Сегодня, в общем-то, погода просто. Я думаю, что еще и дождь пойдет. Погода очень сильно испортилась. Похолодало. Вчера еще вот плюс 10 примерно было днем. Сейчас с утра 0, вообще где-то около нуля. Сейчас где-то 3-4 градуса, чуть прогрелось. Птица неактивна. Практически шансов на добычу не было. Я так вышел, потому что очень соскучился по этим краям, по этим местам, где я и один сколько раз охотился, и с напарником, с другом ходили. В общем, вот такая охота получилась, ребят. Так что просто вообще, это, я считаю, такая охотничья удача. Ну а всему виной манок на самку. Работает безотказно. Причем я пользуюсь еще старыми манками, этими чемпион еще, бог знает, когда покупал. О них я тоже рассказывал вам в предыдущем сюжете по рябчику. Не суть. В общем, получилось так, что они даже начали активно общаться, один прямо, ну один шумовой, я подшумел, я видел, как он перелетел, и он уже подлетать не стал, он просто общался. А потом такие паузы, минут по 20 паузы, ветер, все, слышно плохо, перелета практически не видно, если где-то он перемещается.
Ну и, в общем-то, сыграл инстинкт, ребят, потому что, ну, на самца они вообще никак не реагировали, только исключительно на самку. Я так понимаю, что уже идет тенденция к формированию пар у них, поэтому инстинкт взял свое. То есть именно самка их подозвала его, и причем беззвучно. Он дал какие-то там несколько писков, хотя я даже подозреваю, что там их было несколько. Один не отвечал, а другой просто... Нет, может быть, тот же. Но как-то так совпало, что вроде один пропищал, второй как-то так по низу, просто по земле. Он слетел откуда-то, он перелетел. То есть он низенько сидел где-то на низких веточках, там где-то на ельнике. Он слетел, и там такой плотный ельник, подрост молодой. И пешком просто пошел. Я там уловил где-то вот эти вот движения между вот этих елок, между вот этой уже... такой прелой листвой осенней, и сделал один единственный верный выстрел, ребят. Так что с полем вот такая охота и заслуженный добытый трофей, такой молодой петушок. Я буду еще ходить сегодня, посмотрим, как. Ну, в общем-то, все, я шел обратно, пищал, и ноль реакции, просто ноль. Они вообще не отвечают никак, не реагируют. Так что охота сейчас сложная в такие погодные условия, точнее даже сказать, всему виной очень низкое давление. Я вот на часы смотрю, стрелка вниз, оно прям падает резко. И даже, я так подозреваю, все-таки какой-то ливень будет. Ну, в принципе, охота состоялась. Так что, ребят, с полем ни пуха, ни пера вам, кто охотится. Ну и пока увидимся, не прощаемся. Это не крайняя охота. Здесь, в этих шикарных краях. Вот на таком станище я... На таком станище я с вами и пообщался. Ветер стих. Красота. Привет, ребят. Сижу пока перед охотой. Здесь такое старое станище. Вот. Лавочки есть, столик старенький. Попью чайку. Сегодня поход предстоит. Ну, такой приличный. Причем места не особо мне будут эти знакомы. Я с другой стороны реки залез в тайгу. Сейчас буду углубляться. Тут еще вот речка полупересохшая, она рядом и недалеко. То есть вот пока, в принципе, ух ты, что-то село такое, что за птица-то? Копылуха, что ли? А, не, сорок. Сорока. Вот, и здесь речка такая полупересохшая, так что я пока... примерно даже близко к берегу. Ну, поэтому и станище здесь. Погода сегодня. Сегодня все. Вот уже такая начинается поздняя осень, ребят. Ночью заморозки. Минус. Сейчас где-то градуса 2-3. Но давление вверх поползло. И вроде просветы такие с утра на небе. Сейчас, может быть, даже вообще разойдется к обеду. Поэтому... я думаю, может, сегодня даже поактивнее будет и птица. Листва опадает так с утра. Вот смотрю, на лужах уже лед появляется. Иней по траве. Осень берет свое. Листики желтые опадают потихоньку с березок, с деревьев. Не знаю, каждая охота, ребят, интересная.
она никогда не бывает вот одинаковой, да, поэтому посмотрим, как они себя вести сегодня будут, рябчики. Я думаю, что тенденция к формированию пар у них уже есть, поэтому в основном будем с самочкой манить. И новый манок, он такой более... более матерая самка. Ну, петушком можно тоже попробовать, но я думаю, что быстрее они все на самочку будут. Слетаться. Вот, посмотрим, тут глухари есть, ну, глухаря мы не охотим. У меня, а он, это лицензионный вид у нас здесь, поэтому. Если даже увижу, просто получится сниму, а так. Тишина. Народу, конечно, уже никого. Все. Грибов нет. Ну, сейчас вот там болотина есть. На ней дальше, километрах в 10-12 отсюда, там болотины такие серьезные. Там и лось, и все, и клюквы, брусники. Вот, может, там люди собирают, а так-то все, тишина. Хорошо сейчас ходить. Выдвигаемся. Углубляемся в тайгу потихоньку. В лес сейчас. По мхам, по этим. Вон, смотрите, да. Вся вон черника. Уже листочки посбрасывал даже. Сейчас через завалы попрям вперед. Ну и где-нибудь выйдем. Места прям рябчиковые. Ну, я не буду сейчас манить. Дойдем до какой-то более открытой полянки. Присядем. И чайку попью и буду манить. В принципе, с места прям. Потому что сейчас, если я начну, место здесь такое закрытое, и просто можно не увидеть за этим лапником. Ну, каждый такой поход, это, ребят, просто для души, в принципе, и, ну, конечно, для здоровья. Воздух свежайший, морозный, руки так уже морозят. Надо, может, даже перчатки одеть. Что-то перелетело, а что? Да не, мелочь какая. Thank you.
прилетел мигом. Я, ребят, даже не знаю, как это называется. Один сидел довольно близко сзади, слева, другой вот там вот. Он потом перелетел, потом вот там вот, вот так вот прям низом, по низу перелетел, далеко улетел. И этот, который сидел, тоже улетел еще дальше. Оттуда попищал, и все, и замолчали. Что это было, я вот как это понимать, то ли они вдвоем тут территории делят, то ли что. И оба улетели. Вместо того, чтобы лететь на самку, они от нее улетают. Боятся, что ли, ее молодые еще, неопытные. Ну, я не знаю, как это еще назвать. Ну, что, сейчас туда, что ли, пойти? Куда они там перелетели, и там попробовать? Молча. Есть. Вот это да, ребят. Просто без звука перелетел, и все, и сил. Я не знаю, ребят. Ага. Вон оно. Да нет. Вроде петушок, ребят. Хотя не видно. Да. Петушок. Ой, молодой какой петушок, ребят. Ну, смотрите. Нет, петушок. Беззвучно подлетел. Ну, как? Просто без звука. Да, молодой петушок. Этого выводка, скорее всего. Вот такая вот добыча в этот раз. Да, ну такое, знаете, не совсем не крупненький, но тем не менее трофей приятный. Да, ребят, ну с полем, с полюшком. Вообще, просто я не понял, как те, почему они вот так вот среагировали, почему они улетели оттуда. А этот, он где-то какой-то писк я слышал, но это далеко было. А этот просто без голоса перелетает и садится. И то, если бы я шел бы, он бы просто бы улетел, как шумовой. Он сперва сел вообще вот на эту вот старую, вот эту елку. Потом четко под выстрел дал мне возможность даже вскинуться. Ну, спасибо. Прости, брат, я охотник. Вот, а что-то гильзу-то я не могу найти. Куда-то отлетел. И... вот так, ребята, вот такая охота.
Я не знаю, как это назвать. Просто обалдеть. Ну это вообще... Это ровно то же самое место через 15-20 минут. Буквально через 15-20 минут. Один-единственный писк робкий вот оттуда. Потом перелет куда-то. Вот. Так и не понял, куда, в принципе. И потом вот вон та, вон она, ветка. Ну, собственно, и где-то вот, да. Вот он и лежит. Красавец. Нет, ну, это, ребят, уже покрупнее петушок. Это покрупнее. И вот, пожалуйста, второй трофей. Да, это такой крупный петушок, я бы сказал. Прям, это уже матерый. Ну, давайте проверим. Хотя, на маховых, ну да, их поменьше, они потолще. Обалдеть. С одного места, в принципе, все. Больше с этого места брать нельзя. Я, ребят, просто... Я, конечно, нет, это с двойным полем. Но просто сам смысл, то, что... Я буквально подождал минут 20. И тут же ответ. Я причем еще шумел тут, собирался, вот, убирал рябчика. Хорошо, у меня... Я два патрона зарядил. Вот как знал прям, зарядил два патрона. С одного ровно места, как медом намазано, они на самку, но без голоса. Без голоса, ребят. Единственное, что вот таких... Нет, те вот очень активно, особенно тот общался, и они улетели просто от самки. А эти потихоньку, по чуть-чуть, но подлетели. Ладно, я сейчас иду. В общем, это такая одна из самых коротких у меня охот, примерно час времени. Все это заняло. Прошел я всего ничего вообще. От речки по прекрасной осенней тайге. Не особо-то мы с вами сегодня и погуляли. Но вот такая вот охота тоже имеет место быть. Поэтому с двойным полем, ребят, собираюсь. Хотя норма здесь 5. Ну вот здесь так. Ну вот так вот. Так оно и бывает. Нет, да, они подлетают. Сейчас тяжело говорить, потому что идешь, все-таки лес тут тяжелый, завалы везде. Мхи, ну мхи, хорошо. Ну, к сосну вышел. Ну, сейчас так-то пройду. Ну, запахи, прямо и хвоя, и еще что-то такое пряное. Я уже не пищу, иду просто обратно, усвоясь к речке, откуда начинал. Потому что... Вон какая красота, какие сосны, да? Сосновые, прям корабельные стоят. Ну, тут лоси всякие водятся запросто. Так, а я что-то загнулся, а мне-то вот туда идти. Заговорился. Ладно, как приду на станище туда, еще пару слов скажу об этой охоте и какие-то, может, наблюдения свои передам. Как это у нас по традиции водится, я всегда небольшой ликбез. Вот. Красота какая. Ну, душа в порядке, никакой усталости. Да что я тут прошел-то? Как откуда она возьмется? Идем потихоньку. Пожалуйста. И самки тоже активно. Самки-то сейчас вообще активно общались.
Ну что, ребят, откуда начинал, там и заканчиваю, собственно, эту мою охоту. Добыто два рябчика. Два рябчика, причем эта охота одна из таких очень интересных и необычных у меня. Ну, как вы сами все видели, я снимаю как есть, то есть вот непосредственно от первого лица. Как я вижу, так и вы видите. Минимум монтажа всякого. Так вырезаю чуть-чуть для того, чтобы вам просто скучно не было, потому что бывает, что... И да, я, кстати, ну, раньше, сейчас уже молодцы, уже не пишете. Ну, так, в основном, те, кто, может, недавно на канал зашли, там, смотрят. А что ты, говорит, не сидишь? Посиди там полчаса, посиди час. Ребят, да если бы я вам выложил бы полностью вот этот сюжет, как я сижу, эти получасовые, там, часовые сидения на одном месте и какие-то перепискивания с промежутками по 15 минут, ну, я думаю, такую картину шедевральную, наверное, вам бы было смотреть как минимум скучно. Поэтому вот эти моменты я вырезаю, этих пауз, бездействия какого-то, показываю только когда есть какое-то движение. Это первое. И второе, вот касаемо конкретно этой охоты, ну вот так получилось, что практически без голоса. А вначале я присел просто на бревнышко. И вот что хотел вам сказать, кстати, касаемо такого совета, может, тем, кто только начинает, увлекается этой охотой, потому что охота это... Ну, она очень душевная, ребят. Вот вы идете по прекрасному осеннему лесу, да, дышите свежим воздухом, занимаетесь физической культурой. То есть вы развиваетесь, получаете удовольствие и морально, духовно, и физически. И в то же время вот, у нас охота – это такое настоящее мужское хобби. Поэтому, если есть результат, то это вдвойне приятно. Ну, а нету, ну, знаете как... Поймешь охотника тогда, когда пройдешь неоднократно надежды полный путь туда и безнадежный путь обратно. Вот в этом и заключается наша охотничья страда, ребят. Поэтому вот когда так сидишь и два ответа таких с двух сторон, они начали общаться на самку, очень активно отвечать, а потом просто один по низу пролетел. А этот улетел вообще дальше. Возможно, я не слышал. Вот я сказал, что самки молчат. Может быть, я просто не расслышал самку, и она их увела. Потому что, идя обратно, тоже вам показал вот сейчас эти кадры. Если там было слышно, надеюсь, две самки, пожалуйста. Вот тоже на манок самки отвечали очень активно. Возможно, она их и собрала. Ну, а эти два красавца просто это нечто. Остановился, замер, попищал, и вот вам первый подлет. Пока собирался, пока там его забрал, что-то вам рассказывал, подождал, опять налился чай, пью чай, слышу ответ, буквально метрах в 30. Пару раз пискнул самкой, тишина, через 15 минут перелет, слышу крылья, но не вижу. Ну и еще минут 5, и вот он, выстрел. Вот он, счастливый, удачный выстрел, ребят. Поэтому, вот, возвращаясь к теме, в качестве совета, вот вы идете, да, пищите, ну, не отвечает. Ну, думает, ну, нет его здесь. Вот, а на самом деле, вот они сидят, просто вы идете шумить, где-то ветка хрустнула, вот это прелое листва сапогами вы задеваете. То есть создаете шум, а птица, естественно, реагирует. А рябчик хоть и любопытен, но не настолько... Любое народное и народный звук, движения какие-то, естественно, вызывает у него чувство угрозы, и он улетает, снимается. А вы даже его могли и не услышать, потому что идете и сами шумите. Поэтому имеет смысл всегда остановитесь, присядьте где-то на какую-то бревнышко, удобно найдите себе место, налейте чайку и потихоньку маните его. И очень часто так бывает, неожиданно, просто они рядом, либо один, либо два, просто рядом ответы. Вот где-то 15-20 минут подождать, вот они, вот ответы. Нужно терпение, ребят, вот в этой охоте, я всегда говорил, здесь нужно именно чувство выдержки иметь. То есть учиться не спешить, никуда не гнать, не лететь куда-то. А вот так вот идти, идешь, остановился, привальчик небольшой.
и себе пищишь. Ты не создаешь лишний шум. Ну и нет-нет, отвечает. Очень часто бывает. Вот прям вообще неожиданно. Ты прям не ожидаешь, что он здесь, а они здесь. И как сегодня получилось. Но я не ожидал, что, во-первых, выстрел, да. Ну, какое-то время прошло, видимо, успокоились. Во-вторых, я все-таки там шумел, ходил. Что-то вам показывал, про рябчик этого рассказывал. А он раз и отвечает. Но вообще вам могу сказать, что, честно говоря, довольно вяло. Потому что нет такой вот активности, и охота довольно сложная. Ну, во-первых, давление хоть и полезло вверх, но не настолько. Оно сейчас в норме, 749. Оно в норме для нашего края, поэтому для нашей средней полосы. И в данном случае я бы не сказал, что это прям такое высокое давление. Нет, оно просто выше. Ну и так немножко морозец, видимо, их начинает двигать. Потихоньку меняется все, будут они формировать пары. Прекрасная охота, ребят, сегодня. Я собираюсь, потому что меня ждет еще рыбалка. Наверное, все, на этом месте я больше охотить не буду. Посмотрим еще по рябчику. В этом сезоне я съезжу южнее. Попробуем там поохотиться, попробовать, если будет время. Поэтому пока не могу сказать, что я по рябчику закрываюсь. Ну вот, что есть, то показываю. А так, конечно, были и пустые выходы. Бывало и такое. В сентябре вообще жара стояла. С полем, ребят, спасибо, что смотрели. Большущей вам удачи. Обязательно увидимся где-то на охотничьей тропе. Или, пожалуйста, заходите, смотрите мои сюжеты. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Поджопник я вроде уже вам говорил, обязательно берите с собой.